Когда глухой с немым учат слепого, рождается мастер, который уработает хромого и тупого. Но будет ли он настолько же силен, как наши сегодняшние монстры, мы решим после видео. Привет, звездные капельки пота с бегущего за добычей гепарда! С вами Федорович, а в этом видео я хочу вас поразить мастерами-бойцами, которых боятся не только люди, но и звери, и даже насекомые. А в конце видео у меня для вас просто шок-контент. На разогревочку и заодно для вашей разминки, да-да, можете встать прямо сейчас со стула и попробовать повторить то, что вы сейчас увидите. И я вам покажу мастера деда с его уникальной техникой, которая называется торнадо. Если вы думаете, что сенсей просто делает разминку, вы глубоко ошибаетесь. Тот, у кого не было защиты на экране, уже улетел к чертям от этой феноменальной техники. Приемы торнадо предназначены для уничтожения особо опасных групп противника в составе от 10 до 20 человек. Конечно, можно и больше, но тогда придется убивать первый десяток. Голодная мышь может и кота съесть, а мастер, который не утолил жажду крови, готов своими клешнями-мечами рубить бошки, как бабуля капусту для закваски на закуску деду. Поэтому, если вы надумаете изучать эту технику, убедитесь, что в зале никого нет, а то можете ненароком кого-то и разрубать. Сейчас вы увидите одно из направлений хорошо знакомой нам старорусской школы. Но не обманывайтесь, здесь не все так просто. На расстоянии, то есть подходить. То есть подход на расстоянии, а я буду уже это включать не с места, а чуть раньше. Чуть помедленнее. Можешь медленнее быстро. То есть руки в последнюю очередь включаешь. Одна, вторая тут. То сейчас разложение было рук. Это нет. Ну, на полюсу тоже нет. Вот разложу. Мне кажется, ты поддаешься. То, что ты раз и сидишь. Нет уж. Ага. То есть это изнутри раскладывание. И сбоку тут. Давай ногами. Как обманчив язык мухоловки, которая беспощадно сжирает несчастную муху, севшую на нее, техника этого мастера также обманчива. На первый взгляд все как у всех. Камуфляж, рассказы про физику и систему рычагов, воздействие на энергетическое тело,
наивные отработки махания руками, скручивания противника, непонятное отбивание ударов может вам показаться какой-то дичью. Но вы не поняли главного. Мастер-то голичком. И все его техники сводятся к тому, чтобы противника нежно прижать к себе, а потом мягко уложить на прекрасную зеленую и сочную травку. Ну или поставить на колени. Это уже по настроению. Мастер как лодка, а ученики как вода, могут нести нежно и ласково, а могут завертеть как шторм. Но это точно не про нашего сенсея. Я думаю, заниматься в этой школе нравится всем. А что? Все нежно и мягко, как падающий цветок персика. Я вот только не знаю, как называется эта школа. Может, вы придумаете название в комментах? А сейчас вы увидите самые эффективные рабочие приемы от ножа, которых боятся самые жесткие рецидивисты, лучшие спецназовцы и крутейшие мастера ножевого боя во всем мире. El que me va a atacar, por supuesto, suele ser el que se va a defender. Sí, el ataque con cuchillo. El primer ataque va a ser sobre lo que. Ahora, te voy a atacar. Sí, ataque. Sobre lo que. Bloqueo, paso por abajo. Ключ от сейфа вору на хранение не дают, так же как и не дают нож в руки бестолковому ученику, который никак не может понять, что вся сила любого мастера – это его грамотный ученик, который знает, когда нужно упасть, а когда заплакать. Но это не про наш случай. Нож в руках ученика – это баран во рту тигра. Безнадежный ученик не только не понял, что мастера нужно любить и уважать, а начал выпендриваться, показывая, что будет, если он сработает не по заготовке. Ну кто ж так делает? На то они и приемы, что должны делаться четко по обозначенному плану. То, что будет в бою, никого не волнует. Деньги берутся за приемы, а не за их применение в бою. В общем, кто из этих двоих мастера, кто кривожок, решайте сами. Пишите в комментах, какого мастера вы бы зауважали, а какого отдали этой стае тигров. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблочить. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.